Кстати, всем привет, если что. Не знаю, куда поедем, далеко, недалеко. Кэфы вон горят, есть. 363 рубля. Для улучшения качества обслуживания. Да как не переживать? 300 рублей, я вам телефон оставлю, если что. Поехали обратно, я вам деньги вынесу из дома. Да я что, кататься буду? Короче, бля, в этом такси тупеешь вообще конкретно. Вот пробираемся по таким дорожкам, блин, с ямочками. Потихонечку, потихонечку. Ходовочку бережем, пригодится еще. Здесь внизу офисы какие-то. Поверните направо. Повернем сейчас направо, налево. Такая остановочка в городе. Во дворах. До конца маршрута осталось 200 метров. 200 метров осталось. 72 регион. Уже выхожу, пишет клиент. Ждем. Направо. На светофоре направо. На светофоре. Успеем. Поверните Хотите работать в такси, ищите надежного партнера, рекомендую Эксперт Парк. Ведь они разработали экспериментальную программу Эксперт Парк 2.0. С самыми выгодными условиями сотрудничать с Яндекс Такси и с Яндекс Доставкой. С ними ваша деятельность будет легальная и законная, ведь они работают более 8 лет. Став самозанятым в Эксперт Парке, вы получаете следующее преимущество. Комиссия на заказы всего 40 рублей в сутки. Автоматические выплаты на карты любых банков. Без комиссии, круглосуточная техподдержка, личный колл-центр. Бесплатно помогут получить разрешение и зарегистрироваться в реестре перевозчиков и многое другое. Но если вы решите попробовать себя в доставке, то можете связаться с техподдержкой и получить лучшие условия. Выберите свой формат и подключитесь в Эксперт Парк уже сегодня. Все контакты на экране и в описании. Работайте легально и зарабатывайте вместе с надежным партнером. Стоит девушка. Мы заберем, поедем. Девушку привез. Для улучшения качества. 10 километров, 374 рубля. Бля, чуть не уснул, пипец. Заявка такая. Бля. Что же идти, блин? Пробки начинаются. Домой ехать, чтобы отдыхать. Пипец вообще, бля, вырубал. На всех все светофоры собрали, бля. Жука такая уже. Это Вяша пока зеленка идет. По Максимке заявочку взял. Смирного. Поедем на Каменскую. Короче, заявочку дали. Едем. Плюс 200. Не знаю, куда поедем. Далеко, недалеко. Кэфы вон горят. Есть. Да почему-то кэфы вообще редко стали гореть. То ли
купили, блин, заказов. Хотя дают, бывают заказы. Вот сейчас, видите, горят. А так вообще вот редко. Ну, процентов 85 вообще их нет. У нас в городе, по крайней мере. Вот, но сейчас сегодня вот есть. Значит, плюс 200 дали подача там. Я с города, ой, с деревни, с Динфик ехал. Сейчас все равно сюда ехать. Вот посмотрим, куда поедем, сколько заплатят. Кстати, всем привет, если что. 363 рубля. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Ближняя подача где-то. Поверните налево. Короче, заявку взял. Детский садик. Вот. С детского садика в детский садик пойдем. По Максимке. Кунские тут, конечно, комиссии. Да я просто там самозанятого не отметил. Надо заехать, отметить или как там, хрен. Так поменьше процент будет. Ты что там? Сейчас у меня интернет не будет. Да как не переживать? 300 рублей, я вам телефон оставлю, если что, что? Да нахуя мне телефон? Не бойся, у меня телефон стоит 300. Да там, блядь, это, точку найти 2 секунды. Рафа, что, они же не знают, что ли, как ты? Ну, посмотри, на, найди мой телефон, на. Ну, так что, у тебя, значит, не работает, как ты мне перечислишь? Не знаю, сейчас перечислю, ты не переживай, я тебе отдам деньги, 300 рублей, что ли. Блядь, есть у тебя деньги? Я телефон оставлю тебе, зайди домой. Зачем мне телефон? Зачем мне телефон? Блядь, ну, как, чтобы тебе деньги вынести? А ты через мой, ничего не можешь? Давай подождем, когда найдешь точку. Ну, так, блядь. Постоянно это такая вот хуйня, начинают точки Wi-Fi искать, не первый раз же. Ну что, подготовиться не буду. Зайти. Торопился просто из-за этого, вместо другого телефона этот взял. Я вообще не свой телефон хожу. Не понял, он не заходит. Поехали обратно, я вам деньги вынесу из дома. Да я что, кататься буду, что ли? Ну а как делать? Ну, а, что, все, знаешь. А, все, секунду. Пятьсот ровно? 2 нуля. На Сбер. Да. Да. Взял по Максимке вон заявочку. Короче, бля, в этом такси тупеешь вообще конкретно. Вышел с линии, сижу, жду заявку, блин, по Яндексу. Это пипец. Сидел, сидел, думаю, заявок нет, включу-ка я Максимку, блядь. Это пиздец. Да у меня просто тут клиенты как бы это... Заявка была туда и обратно, а по заявке это только туда. Я ушел с линии и отвез их. И все, я сижу, жду заявку, блядь. Конечно, ее не будет, если не на линии. Пипец, короче. Тут надо что-то другое искать, ну. Вообще-то ты тупеешь, блядь. Кнопочки эти нажимать. Вот я, кстати, заметил, я же давно в такси, ну как, работаю или работал, короче. Завидно меня, видите? Скажу, короче. И это. Раньше, когда по картам ездили, ну, карты смотрели, те дома, которые нет, не знаешь, полицейский. Короче, ну, больше улиц знал. Столько лет прошло, сейчас по программе едешь, вообще все позабывал. И примерно знаешь основные улицы, где там начинается нумерация домов. А так вот вообще забываешь просто вот из этих программ. Просто лишняя информация с головы выветривается.
конечно, какие-то, может, что-то новое изучаешь, но больше забываешь. То, что, может, стареешь уже просто. Тупеешь-то точно. Наличка? Да. Ты без наличных. Нахуй, не надо без этого. Наличка. Я обычно, если подозрительный, сразу спрашиваю. Берет деньги. Так он выглядит одет-то нормально. Уже выхожу. Да, мне пофиг, платное ожидание идет по карте. У меня без нол. Лишь бы наличка не переключилась. Лишь бы не сильно пьяные были. А так что? Пофиг что. 259 стоила заявка. 4,5 километра. Что-то не заснял. Ну, а на заправочку недалеко. Тут на Мартюше. Заявки редко выходят. Пока не дадут, пока. Ну, короче, чтобы не стоять, пока заправлюсь, может, дадут заявочку. Хотя до города 2 км ехать. Так что как-то так. Что у нас там? Последняя заявка, видно что-то. А ровесник я отказался. Сборы. Сжан что-то платит, ну вот так. А где ожидания? Детали. Опять километров. О! Да что за хер? Что будешь ждать? За такое. За желтый без кэпа. Поверните налево. Я пофиг, я заправлю. Поверните налево. Только что кэфы были, блин, по 200, под 90 сейчас желтуха. Нахер. Маршрут. О. Дело отменило заказ, слава богу. Ну, что-то гаишники впереди. Летуют. Какой смысл от этого закона, я хрен знает. Один хрен все пиво покупаю. До 3 часов работает спокойно. По всему городу. Нифига, сейчас залезли такие здоровые. По 2 метра, блин. Еще у меня толстый. Не толстый, тяжелее меня, короче. Ха-ха-ха. Калинка-то наша просела. Офигела просто. Ладно, едем дальше. Что-то машет. Что-то там машет. Кто там, пьяный что-то?